Доброе утро, друзья. Я проходил мимо вот в Ейске памятника. Заметьте, как интересный сюжет. Собака легла у ног режиссера Сергея Бондарчука. Прям не мог не снять. Живописная картина. Друзья, я снова дома. Сегодня 25-е? Ой, господи, 28-е декабря. О, короче, с этой работой уже скоро крыша поедет. 28 сентября. Я занимаюсь сваркой. Тут получается такая ситуация. Я думал, что у меня столбики косые, где вот мы вчера стали ставить ферму. Но оказывается, что нет. Это просто у фермы нижняя труба. Видать, когда я вваривал вот эти штыри, каким-то образом она была гнутая сама по себе. Вот это ровная, а у той фермы гнутая. Она сама уже бракованная была, когда мне ее привезли. Я не мог ее выровнять. И она чуть-чуть вот сюда выгибается эллипсом. Поэтому эти трубы надо... Вот я приварил такие наконечники на трубы. Мы ее поставим. И я здесь фломастером подчеркну, где срезать трубки, чтобы было ровненько. А так столбы стоят прям по уровню, как мы лазером пробили. Стоят очень ровно. Вот, что я еще хотел сказать. Подрубили маленько абрикос, потому что он мешал здесь для установки фермы. Вот. Поэтому будет вот так. В общем, будет так. Ну, сейчас попью чайку. В город я ездил по делам, по работе. Завтра выступление у нас в поселке Советском. Вот такие пироги. Ну и потом по плану. Прохладненько стало. Утром довольно прохладно. Закрываем двери. Может сказать, даже холодно. Почти так. Но этот пока сейчас... Говорят, что ранняя осень якобы будет. Мне сегодня друг позвонил, сказал, что осень будет ранняя. Но это не значит, что не будет тепло. Еще будет тепло. Вернется. Это так вот. Пока временно. Вот как-то так. Так, все эти штуки я приварил. Да, заметили вы, уважаемые друзья, экран находится здесь уже давно. Вот. Мы с Володькой его вчера сюда перетащили. Здесь я его уже притянул к этим опорам. Он здесь будет теперь постоянно. Вот. Ну а так как здесь будет крыша и не будет дождя, то ткань я повешу и никогда больше снимать не буду. То есть она будет висеть вертикально. Пылиться она от этого не будет. Надеюсь, она отшелушилась за то, что я там шпаклевал. Вот. И все будет замечательно. Будет ровненький экран. Потихонечку собираю. Кто-то сказал там из подписчиков, что у меня хлипкая конструкция. Господа, ну как же хлипкая? Во-первых, фермы связаны между собой здесь. Во-вторых, здесь же кроме этого будут еще вот такие перекладины. Вот здесь вот такие косые. Здесь будут между стенками вот такие косые перекладины. Косые. И такие еще. То есть здесь можно еще укрепить вот такими косыми. Тут будет так прочно, господа, что вот эту паутину уже не распутает никакой ветер. Ну а по поводу снега, там был один комментарий, что когда выпадет снег, я специально вычислил градус. Здесь у меня, по-моему, здесь 15 или 20 градусов. Я что-то не помню. Я взял длину 6 метров и высота 1,10 м вот этой палки, да? То есть получилось ровно тот градус, который советуют тогда, когда выпадает снег большой. Но для южного климата, когда он быстро сходит. Поэтому здесь даже сделан градус такой специальный для схода снега. И еще, почему я не делал односкатную крышу? Именно по причине малого градуса. То есть, если бы выпал бы снег, ее было бы легче делать односкатную. Но если бы выпал снег, то тогда он бы лежал там. А здесь градус именно такой, почти в два раза больше, хотя вышина, да? Но зато... Здесь градус уже позволяет, чтобы снег сошел. Все продумано, господа, все продумано. Все эти дни были весьма холодные. И вот только сегодня, наконец-то,
наконец-то пришла. Такая прекрасная, тихая погода. Я еду по своей улице Западной. Такая бы осень была вся, это было бы просто замечательно. Ладно, вперед, будь дорогу, поселок Советский. Вот, друзья, так наша группа и наша команда здесь начинает готовиться к выступлению. Это зал поселка Советский. Здесь вот такой симпатичный, маленький, небольшой зал. Не знаю, насколько здесь мест. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ну, если посчитать, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, допустим, 15 на 7, то есть 70, где-то на 200 мест максимум, ну, где-то 150, может быть, мест. Но там еще вот балконы типа есть. И очень красиво оформлен елочкой такой. Вот, а на улице погода просто благодать. Тепло, хорошо, прям осень красивая. Хотя, в принципе, еще даже, может быть, и лето чуть-чуть. Все, мы отпели. Я еду сейчас по поселку Советский. Хорошо выступили. Зрители были благодарны. К сожалению, я не успел, точнее, не смог записать. Я поставил камеру и забыл ее включить, а когда был сам концерт, мне было неудобно подходить к камере и включать ее. Поэтому я уже сейчас буду на выезд в Советский выходить. Вот. Все, и поеду домой. Надо сейчас заняться все-таки фермами, достраивать сарай. Доброе утро, друзья! Сегодня 30 сентября. Я уже с утра сделал очень много важных дел. Мы с Володей поставили еще одну ферму, я приварил, вчера резал ферму. В общем, все на сарай, весь труд на сарай. Ну и сейчас я вот отцеживаю вино. Видите, там есть такой вот осадок. Вообще, осадок надо будет оставлять при перецеживании. И это делается сейчас будет редко. Но сейчас вот я перелью вино. И в следующий раз, наверное, только где-то в конце, может быть, октября, чтобы оно постояло хорошо, осадок выпал. И снова вот так вот оно отцеживается постоянно от осадка. А потом оно приходит в состояние уже вина. Сейчас пить его нельзя. Оно как больше напоминает винобрагу, так скажем, такую газированную. Это очень продукт не полезный и даже наоборот плохой. Поэтому надо, чтобы оно выдерживалось. Ладно. Вот Вера нам принесла адамово яблоко, называется, какое-то лечебное средство. Его надо натереть на терке и в спирт замочить. Оно, говорят, ядовитое. В общем, короче говоря, надо это делать очень аккуратно. И потом намазывается вот где у сухондроз, у кого не болит. Есть у нас друзья здесь, в станице. Вот руки никак не доходят, чтобы его натереть. Но она еще не испортится, конечно. Ну, еще раз повторюсь, что лень рождает изобретение. Тут молоток у меня постоянно падает. Крючок купил, теперь могу его раз повесить. И никуда он не денется. Всегда под рукой, чтобы шлак отбивать от сварки. Пейзаж с высоты. Куры клюют тыкву. Ленчик копает огород. Вот, а я наверху моего будущего сарая, сарая, киносъемочного павильона, ангара, в общем, и у него много названий. Вот так мы живем, а потом эту рухлить. Всю ликвидировать,
И стену надо будет защитить, потому что она бывает пустая внутри, как вот мы сейчас штукатурили дом, или она вштукатурила. Оказывается, между саманом и кирпичом есть пустоты, которые вот сейчас натолкала туда тряпку. Ладно, друзья, буду делать дальше. Да. Остаться тогда, если в костре сгорело, тогда должны остаться вилы. Ребята, сегодня воскресенье, вот мы все-таки решили сделать вот такие антрикоты, видите, какие шикарные. Ну и там вот деревья у нас были, немножко подпалили. Сейчас я еще две стойки отрежу. Вот, на закате дня мы решили вот такое сделать. Делаю все по-кавказски. Также солью посыпаю только тогда с перцем, когда чуть-чуть подернется. Сейчас я вам покажу как. Берем, значит, пару вот таких антрикотин. Они у нас стоят 255 рублей килограмм, если что. Это поясничная крестовая часть. Вот. И отправляем на жареху. Кстати, на этот раз уголь куплен такой из твердых пород дерева, там дуб, в частности, прям пакет дуб. И уголь не вспыхивает, не горит, а вот именно тлеет как надо. То есть нет от него огня, есть жар. Близко подносить не буду, потому что камере, чтобы не досталось жар. Потом разбавляется один к одному перец с солью крупной, вот так вот. Вот. И сейчас я буду посыпать. Сейчас она немножко затемнится, та сторона. Сейчас я вам покажу. Так, решил использовать такую накамерную вещь, такую затянуть надо. Вот, значит, побелела сторона. И я ее прям беру и вот так вот обильно посыпаю вот этим вот. Потому что лишнее туда не пристанет, если соль крупная. Прям вот так вот. Во! Даже куры пришли. Жар стоит вообще капитальный от этого блюда. Вот. Спасибо Олегу, научил когда-то. Вот таким вот макаром. А лишнее все равно не впитается. Потом другую сторону, когда будет. Сейчас та сторона побелеет. И будем посыпать ее. И после этого, вот, когда мясо посыпали солью, начинается реакция мяса с солью, перцем. Я сейчас покажу, как она происходит. Вот, побелело, да? Я здесь то же самое беру, вот так вот посыпаю. Прямо так вот. Вот у нас сегодня будет королевский ужин. Так. Ну, лишнее, как говорится, не упадет. А! Какой жар стоит, а, от угля. Все, вот я потом покажу вам, как вытапливается сок. Так, здесь у нас костерчик. Потерялись вот у нас эти вилы. Чтобы в костер кинуть дрова, приходится вручную затаскивать. Это все ветки старого дерева. Вот, ну пока там сейчас надо не отвлекаться. Здесь я сделал метку. Надо будет вот здесь вот это подпилить мне, чтобы потом повесить еще одну опору. И уже будет все четыре. Буду перемычки ставить. Куры едят тыкву. Все теплые дни, вот лук начинает заново, чеснок всходить опять. Где-то вот здесь, вот видите, лук начинает расти опять заново. Земля копается сейчас легче, потому что она рассыпчатая сейчас. И не сухая совсем, и не влажная. Переворачиваем. И вот сейчас будет показываться, как сок будет натекать. Друзья, ветерок идет, и орехи начинают сыпаться. Вот они. Вот они, орехи. Вот еще один. Бывает так, дын-дын-дын, по крыше кто-то, как будто кто-то стучит в дом. А это вот орехи стучат в дом. Вот еще орешек.
потихонечку копим. Пускай. Так, надо следить за огнем. Все точно так же. Здесь лук на дне, мясо на луке. И кастрюля встряхивается. Да, орешки все-таки в этом году, можно сказать, удались. Будут падать, раскрываться. Фу, сегодня дел была куча. Подустали. Так. Вот наш ежик сидит, ждет мяско, да? Да, хочу, говорит, мяско. И говорю вам пока. А, ежику дам косточек. На. Он будет лакомиться косточками. Ну вот, так закончился день. Завтра в Краснодар. Ну, вы уже знаете, зачем. Пока, друзья. Пока.